Если углубиться все-таки в историю, то можно увидеть, как на протяжении веков была велика роль женщины. Ее красоту и все прекрасное, что с ней связано, восхваляли еще с античных времен. Вот взять ту же Венеру Милосскую. Она по сей день эпицентр женской красоты. Леша, прости, просто у нее нет рук. Ничего страшного. У многих ныне моделей и красавиц нет таланта убираться, стирать, я не знаю, там, готовить, им руки-то и не нужны вовсе. Они все равно красавицы. Прямо сейчас на канале НТВ девушка с золотыми руками и золотым голосом. Певица Зара. Я что?
Спасибо. С праздником!